Венгрия своими угрозами препятствовать евроатлантической интеграции Украины ограничивает права национальных меньшинств. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе после встречи с послами стран-членов Совета ЕС. Украинская сторона заявила о готовности вести диалог и о неприятии ультиматумов со стороны Будапешта. В то же время Климпуш-Цинцадзе сообщила, что принятый закон об образовании рамочный, и его будут дорабатывать согласно требованиям Венецианской комиссии.